дорогие друзья, по традиции есть два святых дня у нас в университете обязательно. Это 9 мая и 27 января. И в эти дни мы как молитву повторяем слова о том, что мы должны помнить о тех временах и никогда не забыть, какой ценой нам досталась возможность работать, жить, воспитывать детей и внуков, иметь удовольствие, я бы сказал, ежедневного общения с такими замечательными людьми в университете, которым все мы тянемся и хотим здесь быть постоянно. Мы всегда напоминаем нашим студентам о том, что все это великолепие, которое, несмотря на все сложности, проблемы и трудности, казалось бы, сегодняшнего времени, мы прекрасно понимаем, что это на самом деле это огромное счастье сегодня жить в этих условиях, потому что это все далось нам неимоверной ценой, огромными жертвами, сравнимых с которыми, по сути дела, мир не знал и, дай Бог, и знать не будет, если все мы об этом будем помнить. Потому что это беда, это чума, которая тогда заразила просвещенную Европу, докатилась до России и могла бы погубить мир, если бы Россия, Советский Союз тогда это не остановил ценой ужасных жертв и одним из самых печальных и тяжелейших событий Второй мировой войны, Великой Отечественной войны нашей, была, конечно, блокада Ленинграда, когда эти бесчеловеческие силы поставили, по сути дела, зверский эксперимент над великим городом с целью побороть волю, забрать у Советского Союза символ, разрушить колыбель культуры российской, ее основной центр связи со всем миром. И вот это все нужно было пережить, и город это пережил. В этом всем очень активное участие в том, чтобы все это пережить, играл и наш университет, тогда первый мед, наш ленинградский, который с первых дней войны превратился в госпиталь, который не только лечил раненых и больных, но в значительной степени помогал и выжить жителям Петроградского района, семьям сотрудников университета, которые здесь в самые тяжелые времена находили чашку супа и кусочек хлеба для того, чтобы пережить зиму 41-42 и 42-43 года. Поэтому, как всегда, в этот день мы должны друг другу сказать, мы никогда не допустим, чтобы это повторилось. И самое главное, мы должны понимать, что вот эта идеология, не дай бог, расового, социального и точно так же, как и религиозного, непримиримой борьбы, как бы для себя осознание того, что по этому поводу можно совершать насилие над человеком, это все апартеид, это все экстремизм, это все корни терроризма. И тогда, когда мы слышим, что где-то взорвалась бомба в православном храме, или в костеле, или в мечети, это все метастазы того фашизма, которые то здесь, то там возникают, потому что это все признаки того, что эти люди посчитали себя вправе распоряжаться жизнями людей, которые от них отличаются просто взглядами на жизнь. Понимаете? И что это допустимо в нашей жизни, это надо всегда это помнить и никогда не допускать. И никогда даже на бытовом уровне не допускать того, чтобы кто-то мог сказать рядом о том, что кто-то другой веры не такой, как мы. Понимаете? Что-то кто-то другой национальности не такой, как мы. Вот если мы у себя на бытовом уровне это не допускаем ни в группе, на занятиях,
ни в общежитии, в бытовом разговоре, понимаете? То мы профилактируем, вот из этого вырастают эти ростки. Потому что эти ростки подхватывают умелые агитаторы, которые доводят до вот этих экстремистских выходов. Особенно почвой такой является, конечно, когда у человека жизненные неурядицы и огромные жизненные проблемы. Вот на кого они рассчитаны. Поэтому давайте как бы вспомним, что пережил наш город. Практически в каждой семье были жертвы. Огромное количество людей, похоронены на Пискаревском кладбище, около 700 тысяч похоронены на Пискаревском кладбище жителей, в основном жителей блокадного Ленинграда. Конечно, а сколько полегло вокруг Петербурга на Синявинских высотах, сколько полегло на Пулковских высотах, сколько полегло при прорыве блокады, сколько погибло на дороге жизни. Это все для того, чтобы наш город сохранился, чтобы у нас были счастливые дети, чтобы мы жили вместе со своими родителями, чтобы мы могли понимать, что это наша жизнь. Если сегодня где-то рядом с нами есть блокадники, я имею в виду в быту, дома, соседи, давайте найдем для них добрые слова и скажем им спасибо за то, что мы сегодня имеем возможность вот так жить. Я знаю, что у нас есть наши внутренние ветераны-блокадники, и среди них, конечно, наша звезда стоматологического мира, заслуженный деятель науки, почетный доктор нашего университета, профессор Михаил Михайлович Соловьев, который является ребенком блокадного Ленинграда. Михаил Михайлович, если можно, скажите нам несколько слов. Дорогие ветераны, блокадники, коллеги, молодежь, будущие врачи, медицинские сестры. Я в первую очередь хочу поблагодарить, потому что это для меня день благодарения. Я был действительно ребенком. Когда мне было 5 лет, началась война. Поэтому я не мог активно участвовать как-то. Но я видел очень многое. И воспринимал это не трагически как-то, а вот как ребенок, рядом с которым всегда были взрослые, которые пытались всегда помочь, ободрить. И поэтому воспоминания у меня о том, в общем-то, были какие-то, скорее, знаете, ну, ребенок, дети, мальчишки, поэтому такие патриотические, с мечтами. И вот одно из светлых таких событий, которое меня впечатлялось, это было, когда каким-то образом, телефонов тогда не было, сообщили, что от военкомата Дзержинского района с улицы Чайковского уходят ополченцы, а отец был призван в ополчение. Мы с мамой, ну, буквально бежали, она тянула меня туда, пришли. Там весело, играет гармонь, моряки пляшут, танцует один. И у него все время падает бескозырка. А накануне у нас в детском саду был утренник, и мы, в том числе и я, танцевали матросский танец «Яблочко». И поэтому я смотрел, я понял тогда, почему падает бескозырка у него. Потому что он коротко подстрижен был, но был Василий. Но тут узнал, мама спрашивала, где находятся ополченцы. Оказалось, они уже, колонна их пошла на вокзал. Это у меня было светлое воспоминание, такое праздничное какое-то. Прошло лет 8, где-то 8, и я летом был
у своего, ну, дяди и тети, они были в Красном Селе, воинская часть была. И я на его трофейном велосипеде ездил, и очень нравилось мне ездить. Располагался под длинный ров, там росла прекрасная земляника, очень много. И вот один раз еду, стоят солдаты, не пропускают. А вижу, что там что-то люди так, по пояс обнаженные что-то копают. Ну, как мальчишка, я объехал полями, выехал и увидел то, что осталось вот так у меня перед глазами. Лежали извлеченные из этого рва останки. Они лежали вот как шпалы на уходящей вдаль дороге. Это было не 10, это было много людей. На них были отбрызги тельняшек, были оскал зубов, потому что мягкие ткани, они пролежали лет 7-8. Белые зубы оскал. И не было волос, бритые головы. Ну, в этой части как раз были солдаты, которые участвовали, потом рассказали, что это были курсанты морского училища. А в Дзержинском районе высшее техническое морское училище было. Поэтому у меня сказали, что это были те вот ребята, которые плясали яблочко и остались там. А это был ров, это был последний рубеж. Вы знаете, что потом прорыв и танки вот прорвались, но они были остановлены. А потом, спустя еще какое-то число лет, много, я услышал песню, которая реквием, в общем, по этим солдатам, мальчишкам, в общем, потому что они были, снимали медальоны у солдата, это 17-18 лет, наверное, первый-второй курс. И вот когда я слышу эту песню, ну, я не могу высказать свои чувства. Меня это, так сказать, знаете, слушал. Но я одновременно иногда слышу разговоры о том, что, а может быть, не надо было блокаду сдать, пустить немцев. И это достаточно часто приходится слышать. Я, если бы это произошло, я не знаю, остался бы я жить. Может быть, ведь всякое могло быть. Но вот в чем я уверен, и хочу, чтобы прочувствовали это все те, кто родился после победы, все те, что вот точно их бы не было. Потому что сдали бы город, так повернулась ситуация, что я на молодежь смотрю, ваши дедушки, а потом мамы не встретились, не познакомились, не случилось вот этого удивительного акта зачатия, так сказать, человека. Никого не было. И поэтому вот я просил, чтобы эту песню сегодня учили и мы послушали. Это реквием по мальчишкам, девчонкам, которые вот в возрасте такого, которые стоят здесь, вот ушли и остались, подарив нам жизнь. Дорогие ветераны, уважаемые коллеги, ребята, сейчас студенты и ординаторы нашего университета исполнят перед вами композицию, посвященную дню снятия блокады, посвященную медикам. Начинается курс опаленной войной. Поколение людей в кепках довоенного покроя. Нас они любили, за руку водили. С ними мы скандалили порою. И когда над ними грянул смертный гром,
Нам судьба иное начертала, нам не призывному, нам не приписному, воинству окрестного квартала. Сирые метели след позамели, все календари пооблетели. Годы нашей жизни, как составы, пролетели. Как же мы давно осиротели. Вспомните, ребята, вспомните, ребята, разве это выразить словами? Как они стояли у военкомата с бритыми навечно головами. Вспомним их сегодня, всех до одного, вымостивших страшную дорогу. Скоро кроме нас уже не будет никого, кто вместе с ними слышал первую тревогу. И когда над ними грянул смертный гром трубами районного оркестра, мы глотали звуки ярости и муки, чтоб хотя бы музыка воскресла. Вспомните, ребята, вспомните, ребята, это только мы видали с вами, как они шагали от военкомата с бритыми навечно головами. Пум-пум-пум, 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 пара-па-пам-пам, пара-па-пам-пам, такие непривычные вопросы. Возьмут ли меня на фронт? На фронт нас не взяли. По приказу мы, второкурсники, продолжали обучение. Мы все закончили 5-летний курс обучения, и директор института, профессор Озерецкий, поздравив нас с окончанием института, объявил об отмене мирных точек назначения, а наш любимый декан, профессор Джанилидзе, добавил: все успешно сдали государственные экзамены. Но помните, что самый трудный и страшный экзамен у вас впереди. По приказу 5-й курс направлялся в действующую армию. Никаких торжеств. Все уходили на войну. Студенты 2-го и 3-го курсов без отрыва от учебных занятий должны были пройти курсы медсестер военного времени. Также студенты 3-х курсов работали в госпиталях, помогая докторам. Вчера во время двойного обстрела с воздуха и земли главврач больницы Борис Яковлевич защитил докторскую диссертацию в бомбоубежище. Диссертант явился в своем неизменном ватнике, прямо из котельной, где пытался наладить работу прачечной, поврежденной снарядом. В бомбоубежище электричество не горело. Ученый совет заседал при свете керосиновой лампы. Молоденькая работница консервного завода ждала операции. Беременная. На 7-м месяце она сидела в металлическом кресле в простыне. Снаряд влетел к ним в цех и из 20 человек убил 18. Раненую положили на стол. Она дрожала. Ей дали наркоз. Началась операция. Оперировала Оглоблина Зинаида Васильевна, одна из старейших здешних врачей. Она и училась здесь, еще в то время, когда первый медицинский был женским медицинским институтом, первым в России. Сейчас она неутомима,
По неделям не уходит с работы. По суткам не отходит от операционного стола. Во время блокады в Петербурге погибло более 800 тысяч жителей. От бомбы снарядов и, конечно, от голода. В связи с этим профессор Чернорудский написал свою знаменитую диссертацию «Алиментарная дистрофия в блокированном Ленинграде». На нашу территорию упала бомба. День над ней трудилась саперная бригада. Трамваи мимо нас не ходят. Пешеходов не пускают. Мы оцеплены. В пролет между двух больничных корпусов, в листву, в деревья золотого тона, в осенний щебет птичьих голосов упала бомба весом в тонну. Но не взорвалась, словно был металл добрей того, кто смерть сюда метал. Это было блокадная осень. Слышна канонада и фронт недалек. Над городом Ленина ветер разносит все чаще и чаще сигналы тревог. От лекций из клиник в сумятицу боя, где рвутся снаряды и пули снуют, где дымное небо гремит над тобою. Так начали мы свой врачебный дебют. Наш путь фронтовой — это труд и отвага. И каждый в победу частицу вложил. На ратном пути от Невы до Рейхстага немало, немало
врачебных могил. Мы можем сегодня по праву гордиться делами своими, своей судьбой. А время бежало, и вот через 30 встречается курс, опаленный войной. Пришли сединой припорошены густо доценты, врачи, кандидаты наук. Годами дремавшие вспыхнули чувства в горячих объятиях, в пожатиях рук. И кажется, нет многолетней дороги, войны, трудового большого пути. Мы снова Андрюши, Веруши, Сереги, и шутки сверкают, и песня летит. Друзья, этот день пролетит как минута, но в сердце его сберегите с собой. В знакомых стенах своего института встречается курс, опаленный войной. Уважаемые коллеги, я думаю, мы поблагодарим наших студентов и ординаторов. Эта композиция называлась «Курс, опаленный войной». Здесь были использованы и стихи наших медиков в годы Великой Отечественной войны, в послевоенное время, и записки Веры Инбер, и стихи Веры Инбер также из ее дневников здесь звучали. И ко мне подошла Балашкова Галина Павловна, захотела прочитать свое стихотворение, поэтому она не ваша, но и так расчувствовалась, захотела прочитать стихотворение, поэтому, я думаю, дадим слово. Спасибо. И люди были ранены, и пушки на поле боя, так их и нашли. Лежали, прислонившись все друг к дружке, а бой сражения затихал рядом. Солдат врачи заботливо лечили, и на ноги поставили их всех. А пушки на платформы погрузили и привезли опять в тот самый цех, где родились они, где в бой их снарядили. Там пушки тоже вылечили скоро, как и бойцов опять вернули в строй. И снова за родной, любимый город артиллеристы выступают в бой. Спасибо. Благодарен всем, кто пришел. И сейчас объявляется минута молчания.